Просто зараз з нами на прямому зв'язку знаходиться Христо Грозев, журналіст-розслідувач з Bellingcat. Пане Христо, вітаємо вас. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, кілька хвилин нас залишається, але дуже хочеться почути. У вас безліч джерел інформації. Що там з резервами зараз в російської армії? Чи можемо ми говорити про те, що фактично резервів в них не залишилося, аби вести подальший наступ на Україну? Конечно, очень сложно об этом говорить с данными, потому что эти данные засекречены. Но исходя по поведению армии и по замедлению определенных подступов, и, конечно, по информации от источников, которые изнутри дают, ну, сливают информацию, то можно заключить, что реальные резервы у них, если не закончились, то закончатся к воскресенью. Поэтому очень важно, что они будут делать в ближайшие два дня, понимая, что резервы кончаются. И я очень боюсь именно того, что когда у них чертается неуспех, то они могут ужесточить намного поведение вот в ближайшие часы, в ближайшие дни, понимая, что у них будет крах через пару дней. Пане Грозев, а куди ж там погіршувати ситуацію? Ми бачимо, як змінюється тактика Російської Федерації. Так, спочатку вони гатять по військовій інфраструктурі, потім бачать, що це не працює, і народ український є незламним, і вони починають фактично підступно розстрілювати мирних мешканців. Це все зафільмовано, і будемо сподіватися, що це буде розслідувано і далі у Гаазькому трибуналі. Але зрештою, що може бути далі? Абсолютно согласен. Я несколько раз говорил и у вас в эфире, что первоначальная стратегия, которая точно была очевидна, это был блицкриг, взятие Киева и больших городов на протяжении 2-3 дней максимум. И это была обещана, видимо, Кремлю. Прошла неделя с того момента, когда обещание уже сломано. И мы видели, как 2-3 дня после этого они еще чертали стратегию Б, план Д. И он был неочевиден. Сейчас мы видим, что, исходя из того, что не получается блицкриг с минимальными затратами, они решили, к сожалению, что репутационная цена для них не важна, и они пошли вот именно массовыми расстрелами населения. Поэтому мы, Bellingcat, тоже направили свою собственную, то есть перенаправили свою деятельность именно на то, чтобы архивировать и подсчитывать все доказательства нарушения человеческих прав, военных преступлений. Могу сказать, что нас пригласили уже 16 числа в Конгрессе американском, где будем докладывать первоначальные данные, доказывающие наличие военных преступлений на этой войне. Это будет за, ну, почти за месяц до начала любых судебных разбирательств по этому делу. Но очень важно, что 16 числа мы можем уже показать первоначальные доказательства. Пане Христо, буквально 40 секунд. Короткий коментар. Знаю, что у вас безліч джерел, в том числе серед західних розвідок и спецслужб. Что еще Захід может сделать? Я не знаю, введение миротворцев до України, постачати Україні літаки, тощо. Будь ласка, 30 секунд. 30 секунд, дві речі. Во-первых, ожидайте на следующей неделе санкції личные, которые до сих пор никогда не были. Я получил из источников предварительный вариант этих санкций, но они реально то, что никогда мы не видели, конкретно даже по президенту Путина. Есть шанс, хотя американцы говорят, что нулевой шанс закрыть небо, но моя оценка, что уже есть политическая воля среди части и Республиканской демократической партии, и они делают нажим на то, чтобы согласились. То я даю 30% вероятности, что все-таки НАТО закроет небо. Дякуємо вам, Христо Грозев був зараз з нами на прямому зв'язку, журналіст-розслідувач Bellingcat.